Всем привет! Я знаю, все вы любите подарки, и особенно в канун Нового года, да. В игре тоже можно положить, подарить, да, кому-то подарок перед Новым годом. И также после там, определенного времени получить подарок. Соответственно, вот сегодня, 24 декабря, это последний день, когда можно положить подарки. Подарки ложим мы под елкой, ну это само собой. Елка находится, вот если смотреть, вот Пандора, да, от Пандоры мы поднимаемся вверх. Немножко проходим, и вот здесь вот елочка. Нажимаем на елку, и вот есть такая вот штука, обмен подарками, соответственно. Чем больше подарков вы положите, тем больше подарков вы получите. Соответственно, каждый подарок ваш соответствует чьему-то другому подарку на вашем сервере. То есть, не обязательно эти подарки, то есть, вернуться там и еще что-то. То есть, один подарок положили, значит, один подарок сможете забрать. Положили три, значит, три забрать. Четыре, значит, четыре забрать. Неважно, сколько вы положите, подарок будет рандомный. То есть, это не будет равноценный подарок. Вы можете положить там тысячу каких-то материалов, получить всего один. Или же наоборот, соответственно. Ну, я на видео сейчас запакую, я думаю, неплохие подарки. Вот кристаллов души, да. Я писать ничего не буду. Я помню, по прошлому Новому году там, по-моему, ник и так указывался, чей подарок. Просто писать долго. Вот, значит, это вот первый мой подарок. Дальше мы возьмем вот второй подарок. Миражи, думаю, не будет неплохо от 500 миража. Возьмем третий подарок. Я хотел зубы, но, в принципе, я думаю, тоже миражи, потому что зубы у некоторых уже на максимуме. Ой, грибы. И мы еще возьмем, давайте, вот зубы, да, 300. Вот, 4 подарка я запаковал. Соответственно, через 11 часов можно будет вскрыть эти коробки и получить чьи-то другие подарки. Я думаю, что я буду вскрывать, опять же, на видео. Это видео остается здесь, и я надеюсь, если кому-то попадутся мои подарки из подписчиков, ребята, пишите в комментариях, что вам попался мой подарок, ну там спасибо или же не спасибо, может не понравился подарок, не подошел. В принципе, вот такая вот есть небольшая фишка, спешите, у вас осталось всего лишь 11 часов сейчас, но я думаю, с выхода, момента выхода видео будет часов 10 всего лишь на то, чтобы запаковать подарочки для других. Всем спасибо, всем пока и с наступающим Новым годом!